Ищите кровельные материалы, собственное производство, великая мультики профнастила, а также доборных элементов. Все это по выгодным ценам и вашим размерам. Короткие сроки изготовления. Адрес Угловского, 3, вход в гостиницу «Айсберг», офис 5, а также улица Пушкина, дом 126. Почему при подаче заявления на двух детей на выплату 10 тысяч рублей перечислили средства только за одного ребенка? Анализ заявлений показал, что ответ на вопрос, по какой причине подавали заявление на получение 10 тысяч рублей на двоих детей, а пришли деньги только на одного, заключается в том, что, скорее всего, при заполнении данных в заявлении на второго ребенка допущена ошибка. Что делать в такой ситуации? Единственный пока способ получить денежки на второго ребенка – это подать заявление на этого ребенка второму родителю. Понимаем, что это может быть применимо не ко всем семьям, но пока вариант вот только такой. Если же вы не получили деньги на второго ребенка, проверили заявление и видите, что у вас все данные занесены правильно, значит, нужно просто набраться терпения и подождать. Данный вопрос решается. Вопрос вот по выплате именно денежных этих средств решается.